Всем привет! Сегодня сделаем классную самоделку для тех, кто живет в частном доме. Очень полезная, в частности, вот для меня она будет очень полезная. Так что не будем долго разговаривать, давайте просто начнем и сделаем ее. Поехали! Для нашей самоделки нам надо будет телега старая. Телега, я думаю, в каждом частном доме есть. И у меня завалялась крышка багажника от ВАЗ-2110. Конечно же, все поняли, что я делаю, но я рекомендую досмотреть до конца, потому что я сам не понимаю, получилось у меня или нет. Все готово, теперь только осталось испытать. Сейчас я вам покажу, на что способен SL328. Почему SL? А спросите в комментарии. Чуть не забыл, классная новость. Сергей с канала Домашний Мастер разыгрывает крутой ячеистый складной стол «Верстак». Чтобы принять участие, нужно всего лишь вступить в группу ВКонтакте, ссылочка будет под этим видео, и сделать репост записи, где разыгрывается этот стол. Итоги Сергей подведет 23 февраля в прямом эфире. Всем удачи, ну а мы погнали дальше!
Снега особо нету, приходится чистить дороги. Все притоптано, приезжено, снег твердый. То есть, если будет, ну, свежий снег, то будет очень прикольно чистить, очень удобно. То есть, по сути, я соорудил большую-большую лопату. Колесо служит для того, чтобы легко увозить было снег. Те, кто хоть раз чистил снег, все поймут, я надеюсь. Но это реально облегчает ситуацию. Даже шкребок, который продается и стоит 2-3 тысячи, не сравнится с этим приспособлением. Во-первых, на колесике вести очень легко. Увести можно в любую часть своего участка. Ну и тому подобное. Так что, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, жмите лайк. До скорой встречи!